Еще одна смерть, еще одно убийство. На этот раз Павел Шеремет. Прошло всего полтора года с дня гибели, со времени гибели Бориса Немцова. И вот снова это кровавое убийство замечательного человека, замечательного журналиста. Иллюзия всех диктаторов, что таким образом они смогут решить свои проблемы. Всех не сможете убить. Сдохните раньше сами. Это точно. И такой конец вам будет бесславный, как собака. А Павла будут помнить всегда.